Итак, друзья, привезли нам трактор Кировец К701 на капремонт. Тоже один из наших подписчиков, Ильнас, из Алексеевского района. Трактор выглядит очень ухоженным. Трактористу респект. Молодец, следил за трактором. Вообще ровный. Ровненький, хорошенький. Навеска вся в желтом цвете тоже. Коробка тут старого образца. По спецификации будем согласовывать коробку, как нужно ставить. Даже резина здесь очень хорошая. Резина на Артек. Ну, сразу видно, трактор красился. Трактор на ходу. Мне нравится. Зеркало вынесли на воздухан. Так, что у нас снизу? Ну, мост в масле, конечно. Или в земле. Или, может быть, перед отправкой трактора отмыли. Такое ощущение, что трактор мылся. Очень хороший трактор, друзья. Ну, крылья, конечно, задние чуть-чуть мятые, подваренные. Облицовку всю будем менять. Баки будем ставить новые. Гидробак ровный, хороший. Свой родной ставим. Каркас кабины ровный, хороший. Давайте посмотрим, что в салоне. Итак, друзья, в салоне чистота и порядок. Учитесь, трактористы, механизаторы. В каком состоянии должна быть техника? Реально, тракторист молодец. Такому трактористу и следует технику после капремонта доверять. Электрику тут в салоне тоже все заменим на 24 вольт. Приборы новые будут 24 вольт. Линолеум. Вместо линолеума мы линолеум не стелим. Вместо линолеума у нас резинка. Также весь салон будем обшивать эко-кожей. Мне нравится, друзья, очень нравится. Тракторист молодец. Кабина очень хорошая. Вообще трактор в целом прекрасный. После капиталки будет как новый. Что у нас по загруженности, друзья? До конца года производство загружено. Все, сейчас принимаем заказы на январь, февраль, март, апрель, май. Вот, кому нужно, привозите, становитесь в очередь. В описании я номер телефона укажу. Вот сейчас у нас работа. Вот этот трактор из Алексеевского района. Ульяновская область. Ждем два трактора из Отнинского района, из Балтасей, из Башкирии. Фары мы будем ставить камазовские, квадратные. Облицовка здесь вся полностью новая будет.
Единственное, надо будет согласовать по воздухану и по выхлопной, как ставить, от 744 или родной оставлять. Ладно, это все, посмотрим. Ну, на этом видео, друзья, завершаю. Больше здесь показывать нечего. Собственно, трактор у нас хороший. Первый раз такой трактор пришел, если честно. Вот тут мы сейчас утепляем верхнюю часть цеха. Также ищем специалистов, мотористов, слесарей из ближайших районов. Это вот Тукаевский район, Мензелинский район, Сармановский район. Если есть толковые ребята, в описании номера я телефон укажу, звоните. Нам очень нужно такие кадры. Ну все на сегодня. Всем пока. Ждите новые видосики. И спасибо, кто досмотрел до конца. Если ты еще не подписался, то обязательно сделай это.